тобой выясним это. Готовы? Взаимодействовать нам нельзя. Ну что ж, верхний путь так верхний путь. Здравствуйте. Ясно. Оу. Здравствуйте. Маловато опыта нам дали. Но он растет. И это хорошо. Но все же его мало. Я бы даже сказал, катастрофически мало. А вот если бы я таки решился в предыдущей главе заработать больше денежек, нам бы это здесь, думаю, помогло бы очень сильно. А так мне придется уже здесь страдать этим. Сделать это будет уже посложнее. Ну да ладно. Все эти отсылочки к тем прекрасным временам, но, увы, они уже давно закончились. Я, конечно, все понимаю, но таким макаром-то меня капитально сейчас вынесут. Причем вперед ногами. Как бы, что это за издевательство, ребята? И мне нету возможности закупиться, как бы,
расходниками. Это несерьезно. Но придется это тратить. У меня не осталось больше хилок. Печально. Все хилки были утрачены. В каком-то смысле. Да-да-да, Lost Empire я тоже обязательно этим проектом займусь. Но позже, всему свое время. Найден Жасмин, спасибо, конечно. Лучше бы мне хилок 99 штук дали, я был бы ой, как счастлив. Сила нашей девочки тут изрядно слабая. Под 68. Фу, дайте мне возможность закупиться расходниками, пожалуйста. Иначе поражение. Я так понимаю, это у нас отдых. 1000. Нет, спасибо. Как же она долго думает. О. Ого. Так, плюс 50 всем. Это довольно неплохо. Только стоит, мама, не горюй. Так, бальзам. Плюс 71. Вот ё-моё. Надо было реально заморочиться в предыдущей главе. Так и заработать себе кучу денег. Вот это я себе хардкор устроил. Так, эликсир плюс 150. Ё-моё. Жасмин. Это у нас МП. Зелера от отмена этого. Ага, все, это все, что ты продаешь. Так, ну давай бальзамчиком закупимся. Хотя бы еще одну штучку. О, ты ба, ровно в ноль вышли. Прям идеально. Вот каков шанс того, что мы выйдем ровно в ноль? Так. Алоэ, ну тебя мы тоже купим, но потом. Ну хотя бы закупиться смогли, на том спасибо. Так, нет, погоди-ка. Сначала подлечимся. Так, алоэ, две штуки осталось. Печально. Так, ну погнали. Надо бы еще найти того, кто нам оружие продаст. И будет совсем хорошо. Но для того, чтобы это оружие использовать, нам придется по-любому поднять, что? Верно. Уровень. Но по 30 опыта это капец как мало. Я даже один левел таким макаром буду набивать. Полдня, наверное. Ясно.
А кто сказал, что будет просто? Да не убегай ты. Хорошо. Найден женьшень. Это меня так обрадовало, что прям ужас. Макаром это будет крайне сложно. Спасибо за эликсир, его мы оставим напоследок. Просто ужас, как медленно идет опыт. Класс, еще и побег неудачный, ну зашибись. Эмоции. Что ты еще могу добавить. Почему ж так много снимают? Здоровье-то лох. Это нечестно. Я хочу больше опыта. Элементы, как они выбешивают в такие моменты. Здравствуйте. Thank you.
Хватит вам всем на девушку нападать. Или рады. Клыки 2. Понятно. От ваших клыков толку не очень. Класс. Еще неудачный побег. Это сейчас нас вынесут. Да сбеги же ты, идиот! Нет слов, одни эмоции. Да нет, конечно, все делаем по-честному. Это просто, я не знаю. Ситуация, однако. Как с таким вообще справиться можно? Так. Ну, выход тут только один, прокачиваться. Собирать денежку по чуть-чуть и покупать себе на данный момент хотя бы расходники. Хотя, как я сказал ранее, были бы у меня деньги с предыдущей главы, проблем с этим бы особо не возникло. Но ничего не поделаешь, придется страдать. Просто невыносимо. Никакой воды не хватит для того, чтобы погасить весь тут наплыв эмоций от вот этого всего, что я сейчас тут испытываю. Просто нет слов. Одни эмоции, ну серьезно. Надо еще раз сохраниться, ну его в пень. Я прям катастрофически не ожидал, что вот так оно все может быть. А оказывается, может. Так, ну здравствуй, шарик. Что ты нам поведаешь?
найти ридера. Зашибись. Так, если я правильно понял, ридер у нас должен быть именно конкретно в этом месте. Окей. Искать ридера. Ну давайте. Какие претензии? Нам хана. Спрашивать всех, кого найдешь. Ну давай. Посмотрим, насколько такая версия событий будет и местом иметь быть. Ратуйте. Отлично. Так, а еще что-то скажешь такого интересного? Житель указывает на юг. Хорошо. Ясно. Кто бы сомневался, что вы сделаете нам больно. Серьезно. Просто нет слов. И вот так вот, ребята, каждый раз. Ничего, я справлюсь. Наверное. Сохраняться таки нам придется после каждого боя. Хардкор тут чувствуется прямо неимоверный. Так, ну что ж, топаем потихоньку. Кто бы сомневался, что нам вот так вот просто дадут отсюда смысл. Да ну вы издеваетесь. Дайте мне смыться. В туалет. О, спасибо. Бесят.
ты у нас просто обычный торговец. Так что это вряд ли ты нам нужен. Но ты хотя бы может быть полезен тем, что... Я куплю тебя немножко вот этого. И немножко вот этого. Спасибо. Ой-ой-ой. Так, надо бегом заканчивать. Со всем этим делом. Капец. Одна атака 50 здоровья, да вы видите. Два уровня набило, а толку ноль. Так. Где же тот, кто нам нужен? Он сказано на юге. Но тут пусто. Я как бы на юг уже максимально спустился. Но это не точно, конечно. Просто нет слов. Все средства уходят только на поддержание здоровья. И ни одного торговца оружием, дабы мы себе могли спокойно улучшить защиту. Ну и атаку, разумеется. Да ладно, так просто. Всего лишь на север. Короче, пацанчик тут силен, прям что капец. А вот от девушки толку ноль. Вот только обычные ее физические атаки более-менее проходят с большим уроном, но магия... О, так, себе. Тоже мне испытание. Пойди туда, пойди сюда. Что ж ты будешь делать? Так она сейчас отсюда вынесут вперед ногами. Так, хватит этих неудачных побегов. Бесите. Так, придется использовать кое-что вкусненькое. Это всем. Так, погоди, а где то, что я покупал? Эликсир, да. Я могу его выпить же? А, вот ты где. Во, эликсир. Сразу 150. Так, на всякий случай еще раз сохранюсь. Это меня тоже подбешивает. Надо следующего уровня еще бить и бить. Но с таким количеством даваемого опыта это нереально. Ну как реально, но долго. Очень долго. И это прям я не знаю. Что ты будешь с такими атаками делать, которые типа 50 здоровья снимают? Грех жаловаться. Это испытание, как там было сказано. И нам нужно терпеливо его
взять и что правильно пройти, а иначе что правильно поражение. Отпустите нас. Спасибо, птички. Но ненадолго. Отпустите нас, отпустите! Уж налево. Нет слов. Так. Пока не надо. Сойдет. Да хватит нас задерживать. С тобой еще, наверное, бахнемся. Класс. Забирай. Сражение. О, он еще милосердный, дает ему возможность. Что? Правильно. Подлечиться. Но, ребята, мы вот так уже превысили все возможные лимиты. Но все равно давайте сразимся. Так, для начала. В принципе, ладно, хрен с тобой. Так, в плане здоровья. Спасибо. Итак, опции сохранить. А ну-ка, ты примешь наш бой? У нас плохое снаряжение, у нас плохое все. Конечно, я готов. Я мог бы сейчас не лечиться и не тратить ничего из своих расходников. Нас бы автоматом подлечили. Ну, увы, этого я не помнил спустя 10 лет. Как последний раз вот это вот.
ребята, понеслось. Девушки толк в этом месте. Придется ей быть тупо поддержкой и только иногда вступать в бой. Теперь уже давайте сами подлечимся. Если у нас так, ты атакуй, а ты давай. Зелик, Алексей, тоже пока не надо. Отлично, пока все терпим. По 200 урона ему наносим, это вполне себе неплохо. Мало, конечно, хотелось бы побольше. Ну и так все идет. Понял, лечимся, причем капитально. Так, ты... Восстановим парнишке все, что можно. Отлично. О, это было больно. Так, ты получай. Так, где у нас то, что... О, это круто, но пока не надо. Где то, что восстановит обоим? Так, плюс 50 всем. Вот, алоэ. Алоэ, это полезно. Дамочку надо подлечить, но и атаковать тебя тоже нужно. Сколько ж в тебе здоровья, а? Так, лечим нашу даму. Так, алоэ даст нам 50, но этого нам не надо, нам нужна магия. Дамочка, я в тебя верю. Ты любишь больно, Витя.
хватит. Мы уже доказали, что прошли испытания. Хватит нас так больно бить. Так, я восстанавливаю себе ману, а ты мне восстанови здоровье. Так, теперь держи. Вот так вот. Пока что идем неплохо. Терпим. Бьем. Да я тебя прошу, предвестник, просто уже завались. Наконец-таки и про нее вспомнил. Красавец, конечно. Ладно, немножко тебя поджарим так. Чисто для вкуса. Так, ну давай бахнем тебя прям конкретно во все щели. Неплохая атака. Маны тратит, прямо что ужас. Но раз он нам ее дал, почему бы не воспользоваться? Так, дамочка, ты у нас как обычно на подхиле. А вот это было больно. Тотальное исцеление. Реально очень больно. Но все же эта атака ему больше сносит. Так что надо иметь это в виду. Ей! Что?
Бодрящий бой, бодрящий. Так, за опыт спасибо, но лучше больше дали. Ну, это неплохо, да. Ревность до добра никогда не доводит. Что ж ты будешь делать? Ты даже не представляешь, как нам ты нужен. Твою ж налево, сколько тут все стоит, вы издеваетесь. Ну это, конечно, все хорошо. Так, а что, по левелу не ограничено? Могу хоть сейчас взять. Были бы средства, да? Так, шлем, броня. Боже мой, как же это все круто. Но как это все дорого. Хорошо.
ребята, что тут скажешь?